Куда собираемся? В садик. Садик, у тебя сегодня что? Какое-то мероприятие? Нет, утренник. Утренник. У Кати сегодня утренник, посвященный 8 марта. Международный женский день. Сегодня у них будет интереснейшее представление, весеннее. Будут все ребятки разными насекомыми. Катя, ты кем будешь? А что ты завтракаешь чем? Какао. Бутерброд с маслом и сыром и какао. Очень вкусно. Приятного аппетита. Ну что, побежали собираться дальше. Нам еще, надо еще зубки почистить, да? Одеться и прийти вовремя в садик. Увидимся, да? Да, и накраситься еще надо. Приведем себя в порядок. Держи. Самые очаровашки. Не убегай, я тебя не вижу. Катя, стой на секундочку. Смотри, как красиво, прям в зелени здесь смотришься. Расскажи мне. Мам, мне очень-очень-очень понравился праздник, который... Понравился праздник? Ты довольна? Вообще у вас такой в этот раз праздник был, прям огромный, большой, целая постановка шапка, была. На которые можно плести всякие прически. Да. Если даже жалко свою голову. Да, шапочку возили на голове. Кате вместе. Катюш, хочешь кушать? Да. Лиза, ты хочешь кушать? Что предлагаете? Шаурму хочешь? Лиз, ты поддерживаешь? Да. Где брать будем? Давай у Фикс-прайса. У Фикс-прайса? Где брали уже? Да. В проверенном месте? Да. Давайте, хорошо. Так, ну что, наша шаурма уже готова. Давай, забирай. Лиз, помоги ей, пожалуйста. Вот, молодец. Кока-колу берешь свою? Ну все, молодцы. Отлично. Что, ты довольна? Давай я тебе помогу. От такого длинного праздника я уже устала. Устала уже и проголодалась? Да. Садись скорее. А тебе понравилось, как я танцевала? Да, мне очень понравился твой праздник. Я все время плакала, когда там была песня про маму и про бабушку. Да. Ну что, вот мы приехали. Теперь мы идем скорее домой все кушать. Да. Идем а домой кушать? Шарма. А шаурма такая горячая. Горячая. Пошлите скорее, пока горячая кушать. Что по рекламе? Я видела по рекламе, есть такая Кока-Кола сквишка. Сквишка Кока-Кола? Да, она сквиш. Сквиш. Катя у нас, конечно, так-то не пьет Кока-Колу, но вот за редким исключением... Наверное, польется. Да нет, она не польется, ты же ее не трясла. Но вот сегодня у нас такой маленький праздник, и она попросила... Трубочку я хочу. Трубочку? Может, стаканчик? В трубочке удобнее тебе? Ну, давай с трубочки. А мы решили немножко там... Да, немножко посмотрим сейчас видео друзей своих. Да. Проведем хорошо время. Да. Вместо кино будем смотреть видео. Ага, такие видео.
Да, которые нам нравятся. Это воздух, да, поднимает? Ага. Воздух поднимает трубочку. Ну что, приятного аппетита? Спасибо. Такая аппетитная у нас шаурма. Да, я заказала себе маленькую, потому что в этот раз, когда мы не заказали большую, я ее не смогла съесть. Ну да. Приятного аппетита, Катюша. И вот еще вот такие Катя себе любимые купила. Донатсы вот такие. Угостишь нас? Угу. С чаем попить? Лиза, хочешь розовую? Да, я хочу розовую. Да. Благодарю. Ладно, давай кушай, приятного аппетита. Лиз. Не буду тебя отвлекать. Лиз. Я с тобой поделюсь на половинку шоколадной, потому что я бы очень тоже бы хотела шоколадную. Так, чем у нас тут занимается Катерина? Катюша, можно к вам в комнату? Чем вы тут занимаетесь? Катя смотрит мультики, отдыхает после трудового дня, после своего утренника. Залезла на кровать, смотрит мультики, накушалась, сытая, довольная. Хлопья снега у нас тут летят. Смотрите, морские свинки, ребята. Морских свинок нужно покормить, кстати, они голодные, холодные. Мама, покажи. На улице снег. Свинок. Тут у Кати на подоконнике целая коллекция всяких разных камушек. Вот она, моя дорогая. Привет, Пусенька. Это девочка Пуся. Пусенька, привет. Пусенька кушать хочет. Пуся. Пусенька. Пуся. Пусенька. Пусенька, сейчас я тебе кушать принесу. Хочешь кушать? Огурчик хочет Пусенька. Привет, девочка. Нарезали огурчик нашим свинкам. Пойдем теперь их кормить. Ой, кушать хотят. Идите скорее кушать, наши хорошие. Скоренечко, скоренечко. Пусенька. Пусенька спряталась. Ушла к себе в норку. Мы специально закрываем, чтобы было лучше, она их не затащила к себе там покушать. Катя переживает насчет того, чтобы кошка их не тронула. Да, она их уже не тронет, они большие. Пуся. А еще она их боится, потому что они старапаются. Так зачем мне эта реклама, если у меня есть такая игра? Ты кушай. Ой. Хорошая девочка. Кушай. Ой, лопоушка, хорошая, хорошая, такая девочка. Кушай, вкусно тебе? Тебе вкусно огурчик кушать? Тебе огурчик вкусно кушать? Кушайте. Да ты моя болтушка. Ты, как все настоящие девчонки, настоящая болтушка. Так, а кто у нас тут забрался, куда сидит? Кто у нас тут сидит? Ты книжки читаешь, что ли, Катины? Глуша, Глуш, ты что сюда забралась? Глуш, что? Ты чего сюда залезла? Глуш, ты что? Ты книжки, что ли, читаешь? Глуш, ты что сюда залезла-то? Ты с роту сюда не залазила. Чего это ты придумала? Что ты придумала? Вылази давай. Киська. Ты у нас голодная же. Пойдем, вылазь. Глуша, ну-ка вылазай давай. Ты хорошая же у нас. Давай. Вот это придумала. Залезла в шкафчик. А мы сейчас уже ждем папу. Приготовили ужин.
Уже скоро папа придет. С минуты на минуту. Будем кушать. Да? Да. Что мы приготовили? Мы курочку с картошкой и с баклажанчиками. Наша курочка готова. Папа у нас пришел уже. Вот так вот аппетитно она выглядит. Сейчас будем кушать. Особенностью сегодняшнего дня был вот этот замечательный костюм, который нам создала фея крестная. У нее замечательные волшебные руки. У нее нет волшебной палочки, у нее есть две волшебные руки. Да. Это у меня вот эти кольца. Вместо кольцев у меня фея крестная Света. Она мне вот что. Сделала вот такие камушки. Вместо кольца камушки приклеила. На перчаточках, да? Это утром превращает лю, а это ночью. Да. То есть это днем. Божья коровка питается тлей. И вот они так придумали, что у них такая волшебные кольца, которые превращают в тлю, чтобы питаться. Повернись, пожалуйста, покажи нам замечательные крылышки. Настоящие крылышки. Настоящие крылышки. Как у самой-самой настоящей бабочки. А еще у меня вот такая юбочка красная. Да, замечательная красная юбочка, шапочка шикарная. Покружись. Вот такая вот у нас замечательная бабочка. Ой! Бабочка. Божья коровка. Божья коровка, всем божьим коровка, коровка. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и жмите на колокольчики. Всем пока! Вы были на канале Прети Кати Квин. Пока! 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 И полетела, 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 полетела исполнять желание. Знаешь, такое есть? Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки. Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки. Исполни наши все желания. Пока-пока! Пока! Пока!